Добрый день. Сегодня я хочу приготовить новую запеканку. Для начала почищу картошки. Сейчас порежу ее тоненько. Есть у меня вот такие вяленые помидоры. Давайте распечатаем, посмотрим, что это такое. Какой-то вид у них непонятный. Ну, попробуем. На грушу похоже. Теперь картошку хорошо солю, перчу. Беру приправу. Вот у меня есть для картошки курицы. Есть такая приправа для мяса на мангале. И немножко еще есть для мяска, для котлет. Для котлет. Почему я смело сыплю все эти приправы? Потому что я их уже знаю. Я пользовался им хорошо. Хорошо все перемешиваю. Теперь в судок добавляю немножко масла растительного. И высыпаю сюда картошку. А теперь ставлю в духовку. Не знаю, на сколько минут, буду смотреть. Надо довести ее до полуготовности в духовке. Пока у меня жарятся картошки, я беру мясо индейки и потоньше разрезаю, чтобы не кусками было. Мяско порезал. Точно так же сейчас приправой засыпаю. Сюда уже сильно много приправы не сыплю. Так нормально, в меру. И теперь немного обжарю это мясо на сковородке на сильном огне. Пока обжаривается мясо, порежу перчика болгарского красного. Немножко начинает подрумяниваться, может сюда перец. И тем временем порежу еще лук.
сильно долго перец с луком не обжаривал. Лишь бы просто перчик стал помягче. Так, а теперь давайте приготовим быстренько тесто. На глазок. Майонез. Майонез я пока нигде в тесте не использовал. И мука. Давайте разрыхлители. Ложки, наверное, опять надо. Тесто размешано, немножко постоит, а я достаю картошку, смотрю, она, наверное, готова до половины. Картошка у меня до половины уже прожарилась. Поверх теперь мясо ровненько раскладываю, чтоб сильно толсто не было. Поэтому и делал мясо тоненькими кусочками. Мясо у меня тоже полуготово. Так, теперь перчик, лучок, все распределяем. Я попробовал свои вяленые уже помидоры. Добавим помидорчиков. Они на вкус почти готовые. Такие нормальные. Ну, должен сказать, я помидоры такие еще ни разу не использовал. Интересно, вяленые помидоры. Так, еще хочу я добавить горчицы. Опа. И немножко кетчупа. А теперь все это заливаю тестом. И отправляем в духовку. Будем ждать. Поглядывая. Время я не знаю. Надо смотреть, как пропекется, значит, будет готово. Ну, поехали.
Основные продукты у нас почти наполовину готовы. Так что тесто поджарится, и все будет готово. Ждем. Вот, по-моему, и все. Теперь можно пробовать, начинать резать и смотреть. Вот что у меня получилось. Пойдемте снимать пробу. Вот к такой моей запеканке еще парочка перчиков острых. Сегодня у меня запеканка с картошкой, с вялеными помидорами, с красным болгарским перцем, с кучей приправ. Обалденная! А еще и парочка перчиков остреньких. Всем приятного аппетита! Снимаем пробу. Картошка, индейка, вяленые помидорки и болгарский красный перец. Хороший состав получился. От двух больших кусков запеканки у меня получился вот такой маленький. Ну что я вам должен сказать? Я не добавлял соли. Была одна только приправа. И на мой вкус немножко соли не хватает. И чуть-чуть какая-то кислинка. Что-то тут кисленькое было. Может, это из-за вяленых помидор. Ну, а так на вкус они вообще сладенькие.